Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы продолжаем играть в самую интеллектуальную, интеллигентную и культурную модификацию на Friday Night Funkin', которую только знало человечество, в общем-то, за всю историю этой игры. Это Декарт Funkin', естественно, все самое интеллектуальное посвящено кому? Ну, конечно, мне, ну, разумеется. И у нас обновление прошло, я его скачал, в прошлой серии я говорил, что оно уже существует, это обновление, но я его тогда не скачал, а сейчас это случилось. Это пятая, шестая неделя, короче. Санс и Папс и Бузова написано у нас, да? Ну давайте, значит, Санс и Папс, поехали. Они у нас на пятой неделе вместо Милфы и Бати, этой вот девочки, насколько мы помним, да? Вы помните, я думаю. Вот они, пожалуйста. Ой, как красиво Папайрус-то поет. Извините, пожалуйста, а вы за что Фриск голову оторвали? Какой вопрос. Она не ценила вашего божественного вокала, Папайрус? Шикардос, меня приодели, это хорошо, я в шапочке, в курточке. Спасибо, автор, за заботу. Хоть не выгнал в желтой футболке на мороз, и то радует. Ну-ка. Ой, как я миленько пою. Прям как в реальной жизни. Такой же прекрасный божественный голос. Ну, как всегда, в общем. Давай, Папар. А чё Санс ничего не поет, а? Я хотел от Санса тоже послушать мне какую-нибудь трель соловьиную, скелетообразную, понимаешь? Почему бы нет? Почему бы нет, а? Так. О! Вот так вот! Вот так вот скелеты сейчас... Ой, он Санса поднимает! Это так миленько! Если, правда, не представлять себе, что он его лапает за сиськи. Но я надеюсь, что нет! Я надеюсь, что у Санса нет сисек, учитывая, что он скелет, и там уже они братья. Инцест — это, конечно, дело семейное, но не настолько, да? Не надо этого. А мне говорят, что я пупсик, там написано было посреди экрана. Я так понимаю, что Фриск, она... Слушайте, до меня только дошло, что Фриск, походу, вместо той девки, которая башкой трясет. Только она почему-то слева, а не посредине экрана, как это обычно бывает. Ой, как я миленько сейчас пою. Прекрасно. И довольная рожа такая. Видите, какой я довольный, жизнерадостный Декарт. Вот таким он и должен быть. Жизнерадостный Декарт, который только что отправил в музыкальный нокаут, да, наших скелетов друзей. Друзей скелетов, братьев. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Трек номер следующий. О, вот тут уже пожестче пошло. Все, Папайрус уже раздает. Папайрус уже раздает по полной. Музыкалити полнейше. О! Видали, а? Четко. Блин, мне вот кажется, что Фриз должно быть немного некомфортно, когда тебя отрывают от туловища. Но она вроде бы держится, да? Вообще, бедная Фриз. За что, ребят? Вот за что? Что ж она такого сделала? Сколько раз она перезагружалась геноцидным путем, чтобы ее так наказали? Капец! Капец, я не попадаю! Я вот этот трек, кстати, не помню вообще. Я не помню, чтобы я пятую неделю толком перепроходил. Так. Папайрус вот такой голос, тоже прикольный, как будто он своей жопой скрипит, знаете? Я не знаю, почему я так подумал, но... Вот такая вот у меня ассоциация! Да, замечательно. Интеллектуальные ассоциации, ребят. У нас мод интеллектуальные ассоциации соответствующие. Вы же понимаете. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Не, голос Санса мне больше нравится. Луча на повороте. Повороте. Скелетообразная повороте, понимаете? Лучана. Так, ой. Да что ты в самом деле? Рожа. Мне нравится, что Декарт такой счастливый. Это классно. Это здорово. Это очень радует. Погнали. А что такое? А, ой, тут же еще... Блин, сейчас же хоррор пойдет. Точно. Точно, сейчас же пойдет хоррор. А кто это? Я не пойму. Там я еще эту рожу вижу. Мелкий дрочник. И демон твой к тебе пришел. А чё это?
А еще это я не повторяю за ним. Какой хороший способ закончить все мучения. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Оторву кусочек твоего мозга и пойму, какой тупой. Слушай, ну ты вообще чара что-то охреневшая. Чара, я, конечно, извиняюсь, но... Я убью тебя. Да ну зачем? Убил ты и твой рот открыть. Что? Как убил ты? Кусочки подам тебе как шоколад. Слушай, ну это классно. Полью карамелью. Автор прям заморочился. Сожру один. Я посмею тебе лицо, вырву твою внутренность и подожгу твою одежду. Ла-ла-ла-ла. О, господи, Чара, слушай, ты с каждой секундой все добрее. Здесь трупы, знаешь, это... Да ну! Да ну ладно тебе, что ты? Твои кости, собачки, а потом нас рут. Обоссу твои кости, а потом нас... И пойму, какой тупой. Ну ты мразь, Чара. Мою черепушку и засуну тебе червя. Разрежу на кусочки, подам тебе как шоколад. А, шоколад я люблю. Это да. Карамель тоже люблю. А вот это не надо вот. Один. Чё жадный тут? Да это ты, мразь. Ты очень мерзкий. Да что я тебе сделал? Убью тебя. За что? Удовольствием распивай, пивай, пивай. Да, я так понимаю, это в конце был вопль отчаяния, что не удалось убить меня. Очень хотелось убить меня, но при этом не удалось убить меня, в общем. Как вы понимаете. Так. Обожаю вот эту срань. Вот эту срань я просто обожаю. Я это готов вечно слушать. Я перед тем, как записывать ролик, начинать, я иногда вот так балуюсь. Ладно, давайте на этом закончим. Что-то я как дурак, да, себя веду. У нас такая умная игра, я как дурак себя веду. Не годится. В общем, вот так вот. Победили мы сегодня Санса Папса. Бузову оставим, наверное, на какую-нибудь следующую серию. И, по-моему, мне еще писали, что тут есть Рональд Макдональд. Вроде бы. А вроде бы, ну хрен знает, я не уверен. Может я путаю. В общем, пока на этом заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.